Здравствуйте! Сегодня мы с вами посмотрим на конкретных примерах, как находить среднеарифметическое, размах и моду чисел, а также как находить медиану. Итак, пускай нам дан упорядоченный ряд. 1, 3, 5, давайте возьмем 7, 1, 0 и 2. Итак, первое, что мы научимся с вами находить, это среднее арифметическое. Я не буду писать полностью, я запишу среднее арифметическое сокращенно и поставлю дробную черту. Для того, чтобы найти среднее арифметическое, надо в числителе сложить все числа, которые у нас есть. 1 плюс 3 плюс 5 плюс 7 плюс 1 плюс 0 плюс 2. А в знаменателе посчитать, сколько у нас чисел, и записать это число. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь мы выполняем действие. 1 прибавить 3 – это 4. Прибавить 5 – это 9. Прибавить 7 – это 16, 1 – 17, 0 – 17, и 17 прибавить 2 – это 19. Итак, в числителе осталось 19, в знаменателе 7. 19 седьмых. Выделяем целую часть, получаем 2,4 седьмых. Далее, что такое мода? Ну, наверное, слово мода многим знакомо, да? Мода – это то число, которое встречается в числовом ряду чаще других. Вот один встречается два раза, обратите внимание. 0 – один раз, 2 – один раз, 3, 5 и 7 – по одному разу. Поэтому мода – это единица. То есть мода – это то число, которое встречается чаще других. Мод на самом деле может быть несколько. Если бы у меня было два нуля, то я бы написала, что мода – это и один, и ноль. Размах. Чтобы посчитать размах, надо найти самое большое число. В данном случае это 7. Отнять от него самое маленькое число. Самое маленькое число – это 0. От 7 отняли 0 – это 7. Значит, размах нашего ряда чисел равен 7. И последнее из того, что мы будем искать – это медиана. Ну, на самом деле, медиану найти не так просто. Первое, что мы делаем, это упорядочиваем числовой ряд. Значит, в данном случае, что мы делаем? Мы выписываем самое маленькое – 0. За ним идет единички, их две штуки. Двойка, тройка, пятерка и семерка. Вот теперь нам нужно найти, что стоит посередине. Посередине стоит двойка, значит, медиана равна 2. Если бы посредине стояло два числа, ну, например, вот какой-то ряд. 1, 3, 3, 5. И посредине стоит два числа, две тройки. То для того, чтобы найти медиану, надо найти среднее арифметическое наших чисел. То есть 3 прибавить 3 и поделить на 2. То есть медиана в этом случае равна 3.